Всем же привет, ребят! Сегодня хочу проверить ревард. Он у нас новый какой-то вышел. Повысь свою игру, ранний доступ. Если написано ранний доступ, значит отзывов нет. Внизу галочку убираем. Мне сначала показалось, что это будет какое-то прибыльное приложение. Посмотрите, 60 минут 250 рублей. Открыть для себя множество игр и, в общем, заработать. И очень интересно звучит. Вот эти люди снизу, фотографии людей, я не понимаю, что это и зачем это. Во-первых, мне неприятно вообще смотреть на чужие лица. Во-вторых, приложение предложило мне открыть доступ к своим данным. Естественно, я этого не позволила, ну и ничего с этого не заработала. Зато просто так предлагают мне получить 5 рублей. Но, как оказалось, бесплатный сыр, как известно, бывает в нужном месте, но не в этом. Потому что здесь мне предлагают два приложения еще скачать и только потом получить свой якобы выигрыш. Очень долго все грузилось, наверное, дольше минуты. Но все равно в итоге безуспешно, потому что в Google Play меня не отправили. И только потом, когда я попробовала другое приложение скачать, мне предложили уже скачать займы, кредиты. Я такие приложения не хочу скачивать на свой телефон, поэтому это не годится. Зайдя во вкладку «Кошелек», я увидела, что здесь есть у меня как плюс 5 рублей, так и минус 5 рублей. Несмотря на то, что сверху рублей 0 написано, я все равно решила зайти в свой Киви и посмотреть. Может быть, мне прислали эти 5 рублей, но нет, как видите. Отдельно благодарю всех за лайки и комментарии. Это приложение будет интересно тем, кто хочет скачивать всякие приложения на свой телефон и получать сразу какие-то монетки, рублики. Я, например, не хочу засорять свой телефон, да и места у меня здесь уже не так много. Ну, а вы для себя выбираете, конечно, нужно вам или нет. Но у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока.